Вот этот линкор Псилонский, твой синица, цена задержать. Иначе в открытом бою придется принимать бой. Мы можем, в принципе, объединить вот это все. И все, базу отдать пускай. А эта штучка сюда перелетит, да и все. И потом построю. Ну здесь. Ну тогда мы 2 синица потеряем. Ну мы неизвестно потеряем. Но в открытом бою, если останется, мне синица, мы все равно потеряем. Фаун. Защита флота от лучевого плюс 10. Атака лучевого плюс 10. Ну не сильно, если он будет возвращаться, например. Можно флот объединить, а потом его отрубать. Да и все. Ну так мы... Тут... Непонятно, кто будет. Не, пожалуй, примем бой этому. Если удастся разбить эсминца, то можно и скрестить с линкором. Ну, можно улучшить один все-таки лидерский. Там. Чтобы максимально вот этот взор тревая броня там была. Но здесь не надо ничего лучше. Может, мы это бьем вот так вот. А тут что? Колониальный корабль. Ну то, чтобы захватить вот эту топчик, да. Ну если он прогорит на токсике, это да, экспедиция носит. А у нас непонятно, можем мы сразить. Ага, он говорит, пока неизвестно. Ну тоже надо было дестроера еще на подкинуть хотя бы. А мы все это протабанили момент. Просто мы. У нас нету системы, как что-то далеко. Он говорит 2. Но 2 мы должны достигать, ну типа видеть, как он будет появляться, например. Он уже на полпути, у нас тур. То есть нам бы хватало до тура. Ну и что, проатаковать? Но если он не решится атаковать, а решил. Но все равно линкор с 2 синица, и даже мы 2 синица затратим. Сейчас в открытом бою скорее сейчас. 2 синица и падут. Next.